Депутат Государственной Думы и Герой России Дмитрий Перминов всегда активно проводил встречи с омской молодежью. И когда в городе стартовал всероссийский проект «Диалог на равных», в рамках которого известным людям предлагают пообщаться со студентами, он не остался в стороне. Дмитрий провел урок мужества для воспитанников Омского авиационного техникума имени Николая Жуковского. Он рассказал о своей армейской службе и о том, через что пришлось пройти ему и его боевым товарищам в Дагестане. Часто провожу такие встречи с тем, чтобы вот донести до молодежи, вот что такое, допустим, война, вот, что это нехорошо, что там гибнут парни, и что вот те парни, которые воевали, они в свое время тоже были молодые, да, но они пошли служить, пошли защищать свою страну от этих террористов, от этих ваххабитов. И вот чтобы вот сегодняшняя молодежь ценила то, что мы сегодня имеем, то, что у нас сегодня в нашей стране не ведутся боевые действия. У нас мы живем в свободной, независимой стране. И вот это хочется донести до молодежи. Каждый студент, посетивший эту встречу, смог услышать о войне из уст человека, побывавшего на ней, и понять, что война – это не то, что показывают в фильмах. Очень много впечатлений и эмоций. Очень рассказ был такой, за душу по-настоящему берет. И думаю, это было каждому полезно знать, что такие люди есть, и нам стоит ими гордиться. Они среди нас, и это не какие-то высокие птицы, они такие же, они с нами идут на контакт, мы можем спокойно вот задать вопросы, поговорить. Это очень приятно. Спикера буквально засыпали вопросами про его жизнь, увлечения, войну, политику, спорт и многое другое. На лицах ребят читался неподдельный интерес, а их активное участие в беседе еще раз доказало утверждение Дмитрия, что у нас замечательная молодежь, активная, энергичная, любознательная, любящая свою родину и переживающая за ее будущее. Слушали очень внимательно, было очень много вопросов. И вот такое общение, оно очень важно, чтобы не только мы как бы учили со своей стороны, там, настраивали молодежь, а чтобы и молодежь сказала, там, что они хотят видеть, как они видят те или иные события. Просто даже понравилось то, что депутат как бы идет к людям, к народу, к студентам. Зал не просто сидел, молчал, а все-таки высказывались, ну, задавали вопросы, которые, ну, вполне как бы, ну, по теме. Также то, что депутат отвечал на них. И никак не уклонно отходил от них, а именно отвечал на этот же вопрос, на который ему задавали. До конца года омские студенты получат еще несколько возможностей пообщаться с известными людьми на равных.